Итак, TikTok подвел итоги года. В топ-5 видео попал ролик под российский трек. Соцсеть опубликовала список крупнейших трендов и самых популярных видео этого года. Ну, давайте посмотрим, что там. Какой-то ПС, блядь. Ой. Ой. Ебать, шлюпает. Куда побежал-то? Нихуя несется. Ебать, стадо баранов, блядь. Это Путин на фронт всех гонит. Ла-ла-ла-ла-ла. Стоп, стоп, досмотри до конца. LOL Steam Market — это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. И вот это самое популярное видео в ТикТоке за 23-й год. Не, ну прикольно, конечно, прикольно, чё. ПС, баранов, это туда-сюда елозит. Бля, ну там грязновато. Ой-ой-ой. Good gaff. Так, второе самое популярное видео за 23-й год. Фу, блядь! Блядь, ужас какой. Чё ли я еблан? Я просто поел перед стримом. Просто когда ты поел нормально, а потом тебе попадается какое-то видео, где какая-то такая, знаете, жирная еда, ну, становится неприятно, ты такой, типа, тебя аж выворачивает. Потому что ты и так поел. Вот и все. Ой, оно уже воняет. Да, когда ты голодный, тебе даже если кусок кала покажи, вареный или жареный, и вот так ножиком разрежь, ты будешь сидеть и ты, как вкусно, блядь, говорить. Нет, братан, вот это хуйня жирная. Если ты не будешь голодным, это невкусно. Фу, блядь, эти дешевые сосиски, которые из бумаги сделаны. Ужас. Что ты делаешь? Что он делает? Что ты делаешь? Давай быстрее. А, он показывает, как эту херню приготовить. Сука. Да хватит. О, блядь, фу. О. Блять, серьезно, это самое популярное видео в ТикТоке. Я смотрю, 23-й год был интересным в ТикТоке. Определенно. I noticed there was a frog living in our fence, so I made him a house. But he hated it. And then one week later, but TikTok was like, he needs easier access. A patio that fills with water. They have really good ideas. So we started on V2, busted out these walls, added a patio, increased rivet amplification, and introduced additional arm comfort.
Also, the people named him Frederick. Shh, Frederick. So we printed it, ripped off this garbage, and installed V2. And now it was perfect. Pool! He needs a pool! Seriously, you guys? That's an even better idea! So we made a pool with plants and this infinity... Короче, была жаба в этой хуйне сидела какая-то. Он решил домик построить. Edge waterfall. А потом его апгрейдил, все больше и больше. Like it. Ну а жаба че, жаба сидит. Even had a friend over. А, еще и друга притащила. So now it was put... Ух ты, блядь! Without knowing the possum's intentions, we built Frederick an emergency cave. Then, Frod, he's called Frod now. Frod. Had a pool party. All the Frods were there. But then... Use the escape cave, Frods! Use the cave! Wait. Oh. He's just thirsty for some frog tea. So Possum turned out to be Fred. And the people named him King Julian. King Julian. So now the house was perfect. Then we started on the bug attractor. After lots of designs, we ended up with this spaceship. And also added this pond. And then this happened. Awkward. Then we had eggs. Sure. And then tadpoles. So we added a tadpole ramp. And then there were baby frogs everywhere. All frogs. Блять, они там родили уже. Все-таки это не подруга, это реально друг был. Then it turned out there was also a pregnant female possum. We named her Queen Julia. Да ты опоссум заебал уже там. She had the baby. We named him Mort. Now there's a live stream where Mort and QJ have dinner each night with their hands. Then we made Frod House V3. And that's it. That's how Frod went from this to this. Короче, жестко отстроились. Окей, ладно. И последний. Переводи. Да хуй знает. Пиздец. Чел, 2023. Надо было мне тиктоки почаще записывать. Может быть, на фоне этого я бы реально набрал больше всего просмотров. Сейчас был бы самым популярным. В 23-м году. Так что 24-й год. Встречай, блядь. Реально. Бля, мне на самом деле не нравится, что итоги года почему-то подводят в начале декабря, когда еще впереди целый месяц. А вдруг... В ближайшие 10 дней какой-то там ТикТок набрал бы больше всего просмотров. А так получается, что как бы, ну, вот сегодня там 7 декабря, а все, уже нет смысла, получается, стараться. Можно тупо чилить до 1 января, и вот начиная с 1 января начинать что-то делать. Потому что то, что ты сейчас делаешь, если оно залетит, оно уже никуда не попадет, ни в какие итоги, блядь. Потому что как бы люди уже сейчас зачем-то все подводят. Я вообще не понимаю. Рано они это делают.